Друзья, всем привет! Вы на канале Крис-сан. Я рада, что вы заглянули. Меня зовут Кристина, это мой канал, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать мои новые ролики. Сегодня у нас в программе будет свободный полет, как я провела свой декабрь, последний месяц 2017 года. Если вам интересно, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть. Желаю вам приятного просмотра! Итак, декабрь у меня был средненький. Я бы не сказала, что он хуже ноября, но я бы сказала, что он хуже начала января, когда я записываю это видео. Начнем с того, что я записывала на канал только новогодние ролики. И если вам интересно, то под видео будет обязательно ссылка на новогодние плейлисты. Возможно, вы возьмете себе какие-то видео на заметку, как украсить подарки, не только новогодние, а какие-то идеи для просто подарков на день рождения, на 8 марта или любой другой праздник. Очень простые бюджетные упаковки подарков. Также макияж. Его можно сделать на вечер или просто протестировать что-то новенькое для себя дома. В общем, куча разных роликов, там и идей подарков, и то, что нужно сделать до Нового года, вы можете, в принципе, записать себе, а для следующего Нового года вы, считайте, уже будете готовы. Это было первое, что со мной было в декабре, потому что я максимум сил отдала для того, чтобы записать только новогодние ролики. И один ролик у меня был не новогодний, самый последний, это о покупках бюджетной косметики, потому что я болела, это второе. Я заболела перед самым Новым годом, ну, наверное, числа 26 я заболела, и до 29 включительно я болела. Никогда в жизни у меня не было такого ужасного голоса, но по некоторым видео вы можете это заметить, но мне хотелось все равно как-то озвучить для вас видео, чтобы вы поняли, а не просто краситься или делать подарки, упаковывать без единого слова. Но я благополучненько выздоровела, и Новый год я уже встречала бодрая и полная сил. И третье, что со мной произошло, это встреча с моими любимыми подругами. Мы встретились с ними и отметили Новый год. Мы отметили это с подарками, со вкусными салатами, с караоке. Давно я так не пела песни, мне очень понравился этот наш уютный теплый вечер. И влог с него тоже есть на моем канале. Если вы не видели, заходите. Вы буквально вот-вот встретите эти видео на моем канале. Они называются «Влог с любимыми. Мой Новый год». Также в декабре я забрала кучу разных посылок с почты и сняла для вас разные распаковочки и обзорчики на новую натуральную интересную косметику. В нее входит янтарная косметика, косметика Лервана, разные штучки для ногтей по уходу за руками и многое другое. Тоже это можно встретить на моем канале. Давно у меня не было так много посылок. Последний раз, наверное, года полтора назад я снимала гигантский ролик с покупками и подарками косметики, а вот за этот месяц, если собрать с декабрь все мои покупки и посылки косметики, то получилось бы видео часа на 3, я думаю. В декабре я начала марафон новогодних фильмов. Если вы тоже его проводили и считали, сколько новогодних комедий и других классных жанров вы посмотрели за декабрь и январские каникулы, то обязательно пишите под видео. Уже в январе я вам скажу точное количество фильмов, которые я посмотрела за новогодние праздники. Так как я снимаю в январе и уже я снимаю первый рабочий день января, то я знаю количество фильмов, которые я посмотрела, но это я припослала для вас в январское видео. Что еще нового произошло? Я сделала себе новый ежедневник, завела себе, купила новый ежедневник. Ну как купила? Я купила изначально несколько штук и постепенно буду их использовать. Обязательно будет видео, как я его оформила. Я не буду вам больше показывать видео, как я оформляю, а просто как я сделала тот или иной разворот, как я его оформила, что нового я привнесла в свой ежедневник. И если интересно, подписывайтесь. Декабрь для меня стал месяцем, когда я задумалась об уюте в доме, прямо глобальной чистке и о том, что я хотела попробовать на себе уютное датское счастье. Датский стиль, это хюгге. Я бы хотела изменить немножко свою комнату, поменять посуду на кухне. У меня, конечно, безусловно, кухня не хюгге, потому что она яркая, но комнату свою попробовать можно изменить. Я уже даже нашла себе loft project у блогера Fancy Something. И она там показывает очень много крутых идей, которые помогут обустроить вам уютное гнездышко. И вот если мне понравится, то я обязательно с вами поделюсь в следующих видео.
И, конечно, книги, которые мне подарили по Хюге, сыграли здесь немаловажную роль. Чем еще я запомнила декабрь? Декабрь — это месяц, последний месяц 2017 года, и я хорошенечко подготовилась к 2018 и скачала сериал, который я должна посмотреть в течение года. Я скачала себе сериалы «Отчаянные домохозяйки». Мои подруги сказали, что это самый интересный сериал из всех, какие они смотрели. А они у меня, поверьте, пересмотрели очень много сериалов. «Милые обманщицы» тоже мне очень советовали, и я скачала все 7 сезонов. Также сериал «Зачарованные», мне просто хочется их снова пересмотреть. Но помимо этого, у меня в ежедневнике появилась страница с фильмами, которые я буду смотреть в течение года, с новыми фильмами, без повторений, которые я смотрела раньше, туда буду записывать именно их, поэтому так мало сериалов. Но, возможно, я скачаю еще какие-то сериалы. Посоветуйте мне сериалы, которые вы очень любите. Возможно, именно их я посмотрю. Ну и последнее, наверное, что бы я хотела сказать, это очередная покупка растения. Мы были как-то в ленте, и я купила рождественскую звезду. Это молочаевый роз, и она мне не дожила до Нового года. Я уже не говорю про Рождество. Я обязательно вам покажу, что сейчас стало с моим растением. Но я хочу заметить, что когда все листья отпали, я начала как-то по-другому ухаживать, поставила в самое теплое место в квартире его, а также я периодически поливаю небольшим количеством воды, и у меня начали появляться новые листочки, и я надеюсь, что в скором времени хотя бы оно просто озеленится. Я просто люблю растения, и мне любое растение приносит удовольствие. Кстати, в январском видео, в январском свободном полете, я поделюсь с вами тем, что я купила в ботаническом саду, какие растения и что вообще прибавилось у меня в квартире из растительности. Ну и на сегодня это все. Спасибо, что досмотрели данный ролик до конца. Если он вам понравился, обязательно жми большой палец вверх. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропускать мои следующие ролики. С вами была Кристина. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю вам хорошего настроения, чаще улыбайтесь и всем пока-пока!